Год назад рядом с Узгарским водоемом неподалеку от Рузаевки появилась новая гоночная трасса, которая стала местом проведения автокросса под названием «Территория». Соревнования, проводимые под эгидой Рузаевского отделения ДСААФ, пришлись по душе и зрителям, и самим участникам, так что было решено сделать турнир автоэкстремалов ежегодным. Вторая по счету территория состоится уже в эту субботу. Участие в гонках подтвердили не только местные экипажи, но и представители Пензы, Самары, Тольятти, Арзамаса, Нижнего Новгорода, Рязани и Нижнего Ломова. Впервые на территории Мордовии будет класс багги. Будут дети на юниорских автомобилях. Они используют основу автомобиля АК, подготавливают настоящий спортивный болид. Неумирающая классика, также неумирающие Волги. Вот, и два класса переднеприводных вазовских автомобилей. То есть один это с неограниченными изменениями в конструкции, самые мощные, там, скажем так, топовые классы, и стандартные автомобили национального класса. Состав участников территории 2017 ожидается весьма представительный. На трассе зрители смогут увидеть двукратного победителя прошлогодних гонок Дмитрия Орлова из Арзамаса, Алексея Демьянова, который стал победителем недавно завершившихся соревнований в Нижнем Ломове, и немало сильных автогонщиков из Самары и Тольятти. Честь 13-го региона будут отстаивать спортсмены из Саранска, Рузаевки и Чамзинки. Подготовка к старту идет полным ходом. По выходным автоэкстремалы проводят тренировки на гоночной трассе, а каждую свободную от работы и тренировок минуты тратят на то, чтобы привести свои автомобили в идеальную форму. Больше занимает работой с техникой, потому что машину нужно подготовить, нужно учесть все те нюансы, выехать, попробовать. Еще какие-то недостатки появляются, и после этого, чтобы все устранить, на это нужно время на поиски этих неисправностей, грубо говоря, и устранений. В этом году Андрей Андин на своей «восьмерке» примет участие в гонках самого зрелищного класса «Супер 1600», где будут состязаться автомобили с объемом двигателя 1600 кубических сантиметров. С виду стандартное творение российского автопрома внутри, на самом деле претерпело кардинальные изменения. Была она куплена в виде кузова в этом году, в начале сезона, так сказать. Вот. Быстро все это было собрано и ехали сначала в классе стандарт. Ну а потом уже двигатель начал принимать многочисленные изменения, и уже класс, соответственно, поменялся, и едем мы уже в «Супер 1600». Соревнования по автокроссу «Территория 2017» стартуют в субботу, 30 сентября, на трассе неподалеку от Сузгарского водоема. Организаторы обещают болельщикам увлекательное зрелище, полной скорости, драйва и азарта. Начало гонок запланировано на 10 часов. Анастасия Мишкина, Александр Зюзяев, «Наши новости».